Ребят, всем привет! ГГК тут выкатили тизер анонса грядущего дополнения 3.15, назвали даты и показали небольшой ролик. В общем, дополнение выйдет 23 июля на ПК и 28 на консолях. Презентация же самой лиги пройдет 15 июля по традиции в виде трансляции на Твиче. Итак, что нам показали в ролике? По лиг-механике ничего не понятно, остается лишь догадываться, но вот что я думаю по этому поводу. По всей видимости, мы будем встречать какие-то области на карте, окруженные колями с черепами, а эти вот четыре персонажа в конце ролика, походу, будут нашими проводниками в эти области или что-то в этом духе. Кто они, искатели сокровищ там или разбойники, не ясно, а может спутники по аналогии с кражей. Черепа на колях выглядят как предупреждение, что лучше туда не соваться, там опасно, хотя в то же время манят нас туда своими недвусмысленными сигналами в виде табличек с возможной наградой, которые можно заметить в ролике. У меня есть мысль, что чем дальше или глубже мы туда будем пробираться, тем сложнее противник и больше награды, но поглядим, увидим, конечно. Ребята, вы что думаете, какая у вас теория, о чем будет новая лига? Опять дырка с мобами или что? Во второй части тизера нам демонстрируют 4 новых умения. Так, первый скилл — это некое подобие вихря, только при вихре мы крутим оружие вокруг себя, а здесь походу мы просто будем бросать крутящееся оружие в мобов. Выглядит очень свежо и ново. Нет. Второй скилл очень похож на пылающий залп, Blazing Salva, только бьет хаосом. Снаряды бьют также самонаводкой в разные стороны от персонажа. При этом при попадании взрываются в небольшом радиусе, и эти взрывы перекрывают друг друга. Значит, можно будет шотганить соло-таргет, но это хорошо. Если дадут возможность пихать это в мины, то выглядит вообще вкусно. И, кстати, добавлять новые скиллы, это, конечно, хорошо, но компания GGG. В игре же и так столько скиллов уже много накопилось. Может, стоит ими заняться, переработать их там, апнуть, не знаю, чтобы они конкурировали с популярными умениями. Кстати, ребят, ставьте лайк, если считаете так же. Третье показанное умение тоже похоже на один из имеющихся скиллов, электрическое поле, только это неподдерживаемое умение, и походу будет иметь две фазы. Одна — это где он бьет уроном молнии в квадрате, а потом еще и расширяется и бьет второй раз, а может и не раз. Но это не точно. Посмотрим. И последний скилл — это некое подобие шок новый или айс новый, только бьет хаосом. И возможно не только хаосом, так как у него в линках дополнительный урон молнии и хаосом. Еще и импауэр. Может, это умение с комбинированным типом урона хаоса и молнии? Выглядит ярко, сочно, молодежно, красиво, в общем. Ну, аж захотелось собрать кастом крит билд через это умение. К слову, по всей видимости, два новых хаос-умения будут иметь хитовый тип урона, а не постепенный, как у большинства хаос-умений в игре. И пару слов об ультиматами. Опять же, GGG выкатили новость на этот счет. Если кратко, то в следующей лиге 3.15 не будет ультиматума. Они хотят эту механику доработать, поработать с наградами, с балансом. И, возможно, позже мы снова увидим ультиматум в каком-то обновленном виде. А может и не увидим, кто знает. Так что, кому ультиматум понравился, у вас еще есть время на него наиграться. Вот такие дела. Ну а на этом все. Кстати, ребята, не забываем подписываться на канал, да. И всем пока.